Привет, друзья! Представляете, что вчера случилось? Я так расстроилась в начале. Короче, снимала вам обзорное видео по всем семенам, которые я в этом году на рассаду буду сажать. И, в общем, видео обещало быть очень длинным, где-то, ну, свыше получаса. Алиска скребет картон. Вот, в общем, снимала. Причем я на экране смотрю, что запись идет, все нормально. А где-то на 27-й минуте камера просто вырубается. Причем она мне никак не сообщила, что там батарея села или карта переполнена. Непонятно, просто выключилась и все. Я испугалась, в общем, и не зря испугалась. Ну, не сильно, конечно, испугалась, просто было неожиданно, почему она просто так выключилась. Вот. В общем, включаю ее, чтобы проверить, что там у меня в записи. Открываю содержимое, а этого видео нету. То есть 27 минут я болтала впустую. Вот, в общем, это было вчера. Я, конечно, сначала расстроилась, но у меня было время подумать над этим. Вот, и я немножко переосмыслила ситуацию. И решила, что зачем такое длинное видео снимать. Я решила, в общем, может, оно и к лучшему. И я сниму вам отдельно по месяцам. То есть, что я сею в феврале, что я сею в марте, в апреле и так далее. Вот. Так что, наверное, так оно и будет. И это будет попроще, и будет меньше места занимать. Потому что монтировать длинные видео я не могу. У меня просто не тянет компьютер длинные видео. Вот, поэтому... Наверное, так будет лучше. А сейчас хотела вам показать органайзер, который я сделала для семян. Может быть, вам будет интересно. Так, вот так он у меня выглядит. Вот там Алиска лазит. Крутится на своем кресле любимом. Вот, в общем, органайзер я сделала из ящика для кошачьего корма. Просто вклеив из толстого картона поперечные разделители. Они у меня идут до дна. Ну вот. В общем, вот такой. Я обклеила тем самым малярным скотчем края, чтобы не махрились. И дополнительно держалась вот эта вот перемычка. Потому что она как-то очень плохо хотела приклеиваться. Но вот так вот я сделала. Мне очень нравится, я очень довольна. Я всегда пыталась как-то вот так вот их разделить по месяцам, чтобы мне не путаться. Вот, а теперь они у меня вот так вот разделены. И не нужно ничего покупать в фикс-прайсе. Вот, и хочу вам показать, что у меня получается. Здесь у меня февраль, здесь март, апрель, май и май открытый грунт. Вот, ну, естественно, это не совсем, допустим, вот май, это не совсем май, то есть это конец апреля, начало мая, то есть чтобы нам к концу мая уже получить рассаду. Соответственно, здесь тоже, то есть здесь конец января, февраль, конец февраля, март, конец марта, апрель и конец апреля, май, вот так вот. Но я разделила, чтобы мне не путаться именно по 4 месяцам. И май открытый грунт, то, что у меня без рассады, сеется в открытый грунт. Причем здесь у меня все, что на рассаду, то есть не только цветы, но и, допустим, там перцы, помидоры, огурцы, все здесь, там, что нужно еще рассадным способом. А то, что на открытый грунт, здесь только цветы. Вот, поэтому... Вот такой ящик я сделала. Очень довольна, мне очень нравится. Я прям без ума. Перед всеми уже похвасталась. Вот перед вами теперь хвастаюсь, какой у меня классный органайзер. Вот так вот. Еще, друзья, хотела вам показать, что, как вы видите, подоконник пустой. Лилии я уже все выкопала. И сейчас покажу, куда я их убрала. И что с ними стало. Вот, друзья, те, которые цвели, я вот так подписала и сложила каждую луковицу в отдельный
пакетик. Пакетики с дырочками, как вы видите. Значит, земля плюс опилки. А в общем, в большом пакете все луковицы, которые не цвели. Я тоже сделала вот здесь дырочки. Видите, вот маленькие дырочки. И тот же самый состав. И лежат они у меня в нижнем отделении холодильника, где вот овощи. Вот. И в таком виде они у меня будут лежать до мая. Наверное, где-то до середины мая, как только заморозки все пройдут, мы их высадим в землю и уже будем смотреть по ходу, что из этого получится. Возможно, что ближе к маю попробую их посадить в горшок, чтобы они уже как-то начали, пошли в рост. Вообще посмотрю, как они дойдут до мая, в каком состоянии. Если появятся новые чистые корешки и росточек, то, наверное, буду сажать в горшок. И потом уже, когда пройдут заморозки весенние, уже будем высаживать на грядку, на клумбу. Вот, так что вот в таком пока это состоянии находится. Вот, и, в общем-то, вот так вот. На этом буду влог кончать, а то длинный получается. Если вам все понравилось, ставим пальчики вверх, мне будет приятно. И подписываемся, и увидимся в следующих видео. Пока-пока!